Ну-ну-ну, папа не уходит, ешь. Я здесь. Иди кушай, иди. Не бойся. Иди, иди, давай. Давай на дерево, давай. Опа. Тын-дын-тын-дын-дын-дын-дын-дын. Видит, именно чёрные ягодки собирает. Да, да, да. Ты видел? Иди. Сними её здесь. Одну ягодку беру, на другую смотрю. Да, Люсь? Третью выбираю. Четвёртая как там? Всё, скажи, папа, ты садись. Она будет висеть на своей любимой шоколаде. Да папа сел, сел. Вон, вон, сидит, сидит. Не бойся. Ну, давай я с тобой, с тобой, с тобой, с тобой. Папа там, 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 там. Не бойся. Никто давай, тебе... Давай, Люсь! Давай, Люсь, иди ко мне. Не, ну по мне... Нет, нет, Люсь, на мне сидеть не надо. Вот, вот, Люсь, иди сюда. Нет, ты посмотри, какая она умная, а. Она сидит на мне же высоко, понимаешь? На мне можно все ягоды достать. Не, Вадь, давай ты. Да. Ой, Люся. Люся, иди сюда. Вместе с очками. Иди сюда. Люся. Вот, вот, вот. Ушла в астрал. Вот, вот, вот. Вот, вот. Давайте, собирайте. Вот, удобно. Сборщики урожая. Нет, тебе не хватает еще двух. Скажи, у кого есть плантации? Кому? Да она сама, Вадя, не давай ей ешь, она прекрасно вон обносит все дерево. Моя, моя птичка, сборщик урожая. Поэтому я же тебе говорю, что... Она сейчас меня сделает. Она тебя сейчас уделает, не сделает, Вадик, а уделает по полной программе. Я бы тебе рекомендовала шапочку снять, да. Потому что она и так... Как бы, а будет совсем не беленькая. Это я что-то вот это погорячил. Нормально, нормально, стой. Ей удобно так. Да? Ну, ей так неудобно, подойди к дереву. Давай, давай. Тебе... Вот так скажи. Ты сейчас работаешь... Подставочкой. Подставочкой, да. Вот так, вот так. Вы видели, друзья, как вот на плантациях собирают черешню? Мы с Люсей на плантации. И все остальное. Так вот, Люська так обносит шелковицу. Я думаю, что она скоро будет бежать сюда. Ага, уже знать, да. А если я потрушу? Не надо трусить. Ты видишь, ей интересно. Вон, и по руке твоей туда-сюда. Да не уходит, папа, не уходит. Да вот моя, вот ты ж. Моя ж ты зайка. Стоит, папа, стоит, 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 стоит. Я здесь, я здесь. Ну такой кадр, скажи, испортил сбой, уезжая в тайгань специально обученными обезьянами. Так, только ты не ломай ничего. Это ж надо вкусняха, Люся какая, а? Скажи, папа, вы можете чуть ближе к деревьям подойти? Вот подошел, так. Подошел, ага. Подошел, подошел. Люся, давай, давай, давай. Вот, 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 Люсь. Опа! Нормально? Да. Опа! Прыжок. Вот в следующий раз, Вадик, нужно темную футболочку. Да. То есть ты думаешь, что она не видит, да? Это что значит для любимицы? И веточку уберет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Скажи, папа, подойди поближе. Иду, иду. Давай, 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 папа поближе подойдет. Смотри. Вот, вот, давай. Где? Нет, ты лицом туда, в веточке она достанет. Ну, что, нет? Поэтому вообще я пошутила. Насчет лицом в веточке. Люся, все, наелась? Нет, она еще хочет. Скажи, папа, ты куда? Конечно. Что ж я там в защёчные мешки, скажи, фактически ничего не положила. Вот так, вот, скажи, папа, ближе, поближе. И пусть на дерево залезет. Опа! Ну? Не, это не надо, хотя там вместе с муравьями, да, Люсь? А. Какие поляны. Не, Люсь, там точно съестного ничего нет. Иди сюда, иди ко мне.
камни. Давай, давай. Ау! Все? Капочка? Давай, давай, давай. Шишечкой, скажи, сейчас я, папа, шишечкой. Пусть у тебя на голове пасет дерево. Как у Байона Мюнхгаузена. Ой, а что это такое свело, интересно? Слушай, какая-то, как дикая сирень, что ли. Посмотри, да? Угу. Дикая сирень какая-то, друзья. Спрошу Олега Алексеевича, как это называется. Еще одна шелковица. Да тут еще ж куча шелковиц. Тут, если я говорю, нам хватит малышам. Не, ну их надо привезти, потому что можно, конечно, чуть-чуть нарвать им. Но я думаю, что будет... Не, ну я вон насобираю, что значит нет. Сейчас вытащишь из нее все, что она съела. Ну что за обезьяна такая, а? Чудо, а не бибизяна. Пусть поищет червячков Вадя. Пусть поищет букашек там, таракашек, личинок, червячков. Нормальный. А что там ищешь? Там грибы или? Не то? Не то? Не, ну ты весь-то газон не поет. Алло. Алексей, что видит? Люся, газон, говорю, не поет. Люсь. Носом землю роет. Люсь. Главное, отзывается. Угу. Такая деловая. Ну. Чих-ч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 их. Ой, муравьев сколько. Это, скажи, родители, вы меня удачно завели. Да не надо, пусть лазит. Иди, давай, прыгай, прыгай. Вот уж. Вот уж любимица. Вот уж любимица. То есть говорят, я тебя бью? Да, да, говорят, бьешь. Ролики там, да, сделали. Совсем. Кукуха уже поехала, да? Ну, Вадь, там нет кукухи, там ехать нечем. Там есть заказ и больная голова, там нет кукухи. Заказ? Да. Угу. Да, Люсико. Знаешь, как Буратино, да? А, не Буратино, Костя Шапочка. Тебя отлупят палками, плетками, да. И ты полюбишь меня, как миленький. Миленькую. Вот это из этой видно серии. Слушай, Вадик, ну, этих людей просто жалко. Даже вот и говорить не всегда о них стоит, потому что ну, люди вызывают жалость, люди не верят в доброту, не умеют видеть красивое, понимаешь, не умеют радоваться жизни. Мы вот с тобой обезьяну выгулили на шелковицу. Счастливые оба стоим, ты понимаешь? И еще 200, 300, 400 тысяч наших подписчиков такие же будут сидеть счастливые, улыбаться, понимаешь, и радоваться того, что Люське хорошо здесь. Пошла, пошла. Все, едем?